Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Идаринкин. Добро пожаловать на мой канал. Мы занимаемся очень многими вещами, в том числе английским языком. У нас есть более 100 школ английского языка по всему миру, и нередко ребята очень часто меня спрашивают перед тем, как поехать с нами изучать английский язык по всему миру, сколько же времени потребуется на то, чтобы выучить английский язык или вообще любой другой язык до нужного уровня. И в этом видео я попытаюсь убить двух зайцев. Первое, я запишу видео для своих клиентов, чтобы они увидели, сколько же времени у них понадобится для того, чтобы улучшить английский язык или вообще любой другой язык. А также это видео увидите и вы, подписчики моего канала, чтобы точно понять, сколько же времени вам понадобится для того, чтобы выучить английский язык. Для этого я взял специальный фреймворк, который используется Европейским центром по изучению вообще всех языков. То есть это не важно, какой язык, испанский, английский или какой-либо другой. Давайте посмотрим. Элементарный уровень требует обычно 100 часов обучения. 100 часов обучения этому языку нужно, чтобы выучить элементарный уровень языка. Идем дальше. При intermediate требует примерно 120 часов. Далее, средний уровень языка intermediate требует примерно 150-200 часов. То есть вы уже видите разницу. Уже больше, не просто 120, а 200 часов. Идем далее. Upper intermediate уровень требует 200 часов. Advanced требует 200 часов. И proficiency требует уже 300-400 часов. То есть в сумме, если вы хотите изучить английский язык или какой-либо другой язык, вам действительно придется попотеть, потратить время, потому что просто вот так ничего в жизни не бывает. Вы должны это точно понимать. Соответственно, давайте теперь посмотрим, переведем эти часы во время. Сколько же вам времени потребуется на каждый уровень? К примеру, если вы едете, и такие курсы популярны, скажем, во многих школах, с которыми мы работаем на Мальте, курсы интенсивного английского языка примерно 22,5 часа в неделю. Так вот, если мы возьмем за условное 22,5 часа в неделю курс, скажем, английского языка, давайте посмотрим, сколько же времени вам потребуется, чтобы овладеть языком. Так вот, если вы знаете просто алфавит и учитесь на уровне элементарном, elementary, то есть примерно вам нужно 4,5-5 недель. Вот реально 4,5-5 недель, чтобы все-таки постичь этот уровень. Идем дальше. Если вы хотите пойти дальше на pre-intermediate, вам еще нужно 5 недель. 5 недель обучения, чтобы дойти до pre-intermediate. Идем дальше. Если вы хотите средний уровень языка, то вы должны потратить еще 8 недель. То есть 8 недель почти что 2 месяца. То есть в каждом месяце примерно 4,5 недели. Соответственно, еще 8 недель. Upper intermediate еще 9 недель. 9 недель. То есть уже иметь хороший английский язык. Далее, advanced, если вы хотите вообще стать профессионалом, еще 9 недель. 9 недель, там 2 с небольшим месяца. И proficiency, ну, proficiency мы не будем брать, это уже просто шлифовка идет языка, чтобы стать уже на уровень фактически носителя языка. Не знаю, нужно вам это или не нужно, но фреймворк предлагает такое, еще 16 недель. Еще 16 недель. Соответственно, чтобы овладеть языком с уровня знания алфавита до уровня, скажем, advanced, давайте возьмем advanced, дальше идти не будем, вам нужно, если вот его не брать, 36 недель. Вот смотрите, 36 недель или 8 месяцев. Реально вам нужно 36 недель, я повторю, или 8 месяцев до изучения английского с нуля до уровня advanced. Если вы реально изучаете английский язык, вот скажем, вы поехали с нами на Мальту, так, 22,5 часа в неделю. На протяжении 8 месяцев, вот есть фреймворк, да, 8 месяцев, то вы дойдете до адванса. И вы будете знать английский язык на уровне адванс. Хорошее достижение. Вот такая примерная информация у меня есть для вас, ребята. Я думаю, что все это постижимо. Я думаю, что вы сможете достичь хороших результатов в вашем английском языке. Ну а мы готовы вам в этом помочь. Поэтому, если вам понравилось это видео, если вам хочется обучать в одной из 100 школ английского языка по всему миру, который мы предлагаем, напишите мне или Виктору. Все ссылки находятся в описании к этому видео, сайт ymigration.com. Добавляйтесь в друзья в Facebook и ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал в YouTube. А также до новых встреч. Пока и привет из Сиднея.